объем операций в месяц, так и около 80 операций проводим. В том числе операции эндоскопические. Это оборудование все имеется? Да? Оборудование имеется. Современное медицинское оборудование европейского уровня. Коллектив укомплектованный квалифицированными специалистами. Стационар Звенигородской центральной городской больницы полностью преобразился после комплексной реконструкции. Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина проинспектировали проведенные работы. Сейчас мы видим качественный шаг вперед. Здание приведено в порядок, оборудовано по полным требованиям, всем необходимым оборудованием, современным. И вот ну, это важно, но не это главное. Очень важно то, что в больницу пришли новые, молодые, профессиональные кадры. Претензий к состоянию больницы нет. Учреждение отвечает всем современным требованиям. По словам Ларисы Лазутиной, благодаря модернизации стационара звенигородцы могут получить достойное лечение у себя в городе. Я очень рада, что здесь все идет своим чередом. Именно в плановом таком режимном порядке появляются новые наши аппараты, которые необходимы нашему населению, чтобы они не ездили по всему нашему округу, а именно лечились там, где они живут. Наполняем высокая, а самое главное радует, что очень замечательные специалисты здесь работают. Одинцовский городской округ принимает участие в региональном проекте ремонта медицинских учреждений. В перечень подлежащих ремонту зданий включено 158 объектов здравоохранения. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».